Ракета «Союз» станет короче на одну ступень. Ее заменит разгонный блок «Фрегат» с новой системой управления. Этот план обсуждают сейчас в Роскосмосе. Экспертам нравится такой ход мысли. Если заменить верхнюю ступень «Фрегатом», получится, что, по сути, новая ракета с уникальными характеристиками, к тому же надежная. Разгонный блок «Фрегат» является, ну, в общем-то, хорошее и очень изделие. Очень хорошо реагирует на нештатные ситуации. То есть, если там недоработает там первая ступень, вторая ступень, то он вытягивает, как правило, исправляет ошибки. Отказ от третьей ступени «Союза» приведет к некому снижению энергетики ракеты, но позволит зато существенно выиграть в цене. Кроме того, ракета без третьей ступени станет более дешевой примерно на четверть, а значит и более конкурентоспособной. Вы убираете одну ступень, самая дорогая часть, там двигатель. Плюс сейчас в этой ракете она сделана так, что у нее две системы управления. Одна стоит на ракете, а другая на блоке. Система управления тоже довольно дорогой элемент ракеты. Если вы одну систему уберете, то еще экономия. Вот это и есть экономия.